Привет! Мы катаемся сегодня по кольцевой линии, переоборудовали специально один из вагонов. Про рельсы говорить, можно говорить про шпалы, про голубые вагоны. Мы находимся в концертном зале, есть теперь такое паркозарядье. Для меня было полной неожиданностью, что ты здесь забыл. Наше шоу, да, намордника не потерпит. С того, что мы приветствуем в нашей мобильной студии Urban Forum. Здравствуйте. Здрасте. Вы здесь как кто? Как архитектор, как журналист, как гражданин? Как москвич. Для начала хочу похвастаться. Я первый показывал зарядье, когда оно еще было даже закрыто. И у меня этот выпуск набрал около 3 миллионов просмотров. И ты такой. Да. Надо продолжать. Если мне нужно поехать в суд, то я использую только метро, потому что это возможность гарантированно оказаться вовремя на судебном заседании. Потому что наши люди в суды на такси не ездят. Нет. Вагон на рельсах, но опять же влекомый лошадьми. Как раз с 1972 года конная железная дорога начинает активно развиваться в Москве. Тогда еще не было возможности, как сейчас в новых поездах, пройти реально через весь состав. Надо было выбегать. Тогда пятаки вот были 5 копеек, они побольше. И вот в этой дуге, мол, на счастье надо было кинуть пятак. И если он свалится с другой стороны, как бы, то вот будет тебе счастье. Это по-прежнему передвижная телевизионная студия из недр московского метрополитена. Это кольцевая линия, и деться нам некуда. Реконструируй, да не вы реконструируй. Нет дорожки. Хорошая скороговорка. Тверскую на выходные закрывали. Еще давайте тоже писали. Все, мы все рекомендации от Ильи Варламова записали. Я вас благодарю. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет плодотворным.